Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной обзор на добренького старого героя. Это у нас будет Бог Грома. На сегодня он, как и большинство, наверное, 80% героев, не актуален в плане топов, в плане прокачек. Ну а у нас будет такая вот сборка для теста с 10 разбросом. Снимает 100 энергию 4 героев, снижает энергию противника при атаке на 100%. Ну, не на 100%, а на 100. Плюс суперпета поставил, чтобы не так быстро дохнул. Вот такие у него в итоге получились статки с уклонениями. Почти 12 тысяч. Что у него тут в созвездиях? В созвездиях у него крит-тар, то есть шанс крита, он критовать будет много. Поэтому я поставил ПДшку, потому что герой, скажем так, очень дамажный. И очень сливной. Ну, на сегодня, если вы хотите его использовать где-то в основе, ну, наверное, это бессмысленно, потому что вы будете его выкидывать. Даже в такой максимальной прокачке. Вы видите, что с ним делается. У него нету, как видите, иммунитетов, как у многих новых героев. Поэтому он не особо актуальный. Но в некоторых вариациях для, например, подземок, если взять подземки, здесь он реально крут. Почему, сейчас увидите. Смотрите внимательно на ратушу. Я не знаю, ну тут, наверное, нам вряд ли хватит. Он сначала юнитов поубирает, потом только будет долбить в ратушу. Ну тут мы ничего не видим. В общем, у него приоритет, я не знаю, как сейчас, раньше был это ратуша. Давайте кошмарку пятую попробуем. 5-10. Правда, у него нету иммунитетов. То есть он станется. И в итоге герой просто сливается. Так, где там наша ратуша? Я не знаю, ударит он, не ударит. Вы видите, очень боится стана. Надо вместо ПДшки поставить железку на подземке. То есть, как и большинство, блин, обидно, что вот эти вот герои, которые были когда-то мега крутыми, на сегодня вообще ничего из себя не представляют. И их надо просто качать, перекачивать ради... нифига себе, у нас нету железки. Ой, какое солнце яркое. Ну, видите, обалденнейший герой. И у нас... Офигеть. Короче, весна, ребятушки, пришла. Их надо просто перекачивать ради того, чтобы поднять силу. Вот. У него, как видите, приоритет в первую очередь это башня. Раньше его использовали для прохождения подземок. Может, кто-то и сейчас до сих пор использует, я не знаю. Потому что он дамажил в основном в ратушу. Ну, то есть не башню, а ратушу я имею в виду. То есть он в первую очередь дамажит туда, соответственно, у вас была возможность больше набить звезд. То есть вам для прохождения там надо, да, чем побольше звезд. И вот таким вот образом, вот опять в ратушу, опять в ратушу. Он именно ее задевал. О май гад, это просто жесть, ребята. Поехали дальше. Если же брать PvP локации, ну, конечно же, ему на PvP локации такая тема не особо актуальна, потому что ему надо ПДшка. Он дамагер, и он будет сливаться. Как бы вы хотели, не хотели. На PvP локациях сейчас пойдем на аренку. Надеюсь, встретим каких-то достойных соперников. Он сейчас всех будет унижать. Но это не точно. Ну, здесь пока миссают. Там прорывы не особо прокачаны. Сейчас посмотрим. Ну, как видите,
Как видите, его вариант это вот такие вот герои. Вот здесь он должен, ребята, 100% затащить. Вот теперь можно сказать, что это имба. Один на один он выходит и просто шатает. На PvP локациях, ну не знаю. Он тоже на сегодня не особо актуален будет у вас. Даже если вы его там супер-пупами мега прокачаете, у него куча, опять же, уязов, то есть нету иммунитета. Это однозначно самый большой минус всех стареньких героев. Так, сейчас, секунду. Почитаем его скилл 15. Бьет молниями по случайным целям, нанося урон, вергая в кому на 1,8 секунды. Также увеличивает скорость атаки бога грома на 30% на 5 секунд. Но на практике... Ну, давайте ему сейчас ремку поставим. Думаю, что тут прям... Хотя, если сейчас, я думаю, мы отражалки встретим, сразу видите, как он сливается благодаря своему скиллу. Поэтому тут вариант. Лучше всего, конечно, ставить ему ПДшку против отражалки и плюс, допустим, ремку, если вы хотите его на PvP локациях использовать. Ну, я думаю, почему и нет. Во многих ситуациях он, может быть, и поможет. Ну вот, ремочный. Он ударил, смотрите, двоих там. Еще раз ударил. Ну все, это имба, ребят. Смотрите, что он делает. Он просто тупо их разобрал. Все, у нас осталось сердцеедка и Арктика. Сейчас посмотрим, кто кого. Бьет он, как видите, практически по всей карте. Ну, чуть-чуть нам не хватило, нас смотр, походу, ушатал. Так, давайте попробуем против этого. Вот 10-й разброс — очень кайфовая тема, я вам скажу, на PvP локации. Как-никак, он сразу забирает энергию, и это реально круто. То есть герои не могут зарядиться. Вот как, например, сейчас. Да, там было дофига героев, ну. Да ладно, вот вы хотите сказать, что он сейчас еще и огника ушатает? Я думаю, он на фобушке сейчас сольется. Ничего себе. Не, ну это имба просто. Да, к сожалению, видите. Не хватило нам немножко. Ну попробуем еще разок. Может повезет. Нет, тут просто улетел где-то на отражалке. То, о чем я и говорил. То есть, если вы хотите его где-то брать, его надо обезопасить от отражалок. Потому что дамага у него очень много. Поэтому слив максимальный. Шанс слива у него. Так, поехали в ЗБшку. Создать команду. Но когда-то он реально просто тупо шатал всех, все и вся. Ну, на сегодня, к сожалению. Так, а что-то у нас ранги обновились. Супер у меня противники. Ну, поехали. Что-то странно как-то обновились они. Вроде не время еще. Нифига себе, мы просто тащили, ребята. Затащили. Так, надо кого-то с отражалкой найти, интересно посмотреть. Так, есть Хрон. Ну, вот смотрите, герои. Мы слились просто чисто. Хотя странно как-то. Скорее всего, он первый убился на отражалке. То есть на такие локации, как это, можно его брать, можно использовать. Если он у вас есть в алтаре, поставьте ремку, ПДшку. Может, он где-то вам поможет. Но в топах это просто герой, который на сегодня, ну, то, что не актуален вообще. Не актуален и тащить не будет. Даже
против обычной той же самой Фрей, там без особо мега прокачек, он нифига не сделает в такой сборке. Ну, в такой, в другой сборке. Даже, ну, единственный вариант, это, наверное, собрать его на фуловое уклонение, чтобы там точности не было. Возможно, тогда он что-то сможет сделать. Нифига себе, Роза, посмотрите, что она творит. Офигеть. Вот так вот. Так, давайте обновим, попробуем найти что-то интересное. О май гад, поехали. Сейчас на Сурике, наверное, если вот, смотрите, смотр ударил, и сейчас, если он ударит, ну, в принципе, наверное, тут и бить не надо будет. Он раз попадет по Асуре и отлетит. Не, пока ему везет. По Асуре он не бьет, но дамаг, как видите, такой средненький. Даже в такой прокачке не особо он там руинит. Конечно, если собрать на него, поставить подашку, там мега дамаг сделать. Ну ничего себе, он тащер, смотрите, сколько держится. Просто точности у героев нету. Сейчас ему хватает только один раз попасть по Асурику. Ну как-то странно, он минует его. Везет, короче. Все, слили. И он просто отлетит от Асура. То же самое, я думаю, в топах у большинства стоят отражалки. Соответственно, вам придется пожертвовать, поставить подашку. Поставите подашку, у вас не будет дефа. То есть он будет у вас картонным. Ну, такое. В общем, со всеми старенькими героями беда. И они ничего с этим не делают. Они их не реанимируют. Хотя, думаю, многие бы захотели этого, чтобы добавили какие-то свойства старым героям, их переделали, и для многих было бы интересно. Но, к сожалению, что имеем, то имеем. В общем, такой вот, ребятушки, герой. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.